10 июня 2015 года в правительстве России разбирались о причинах увеличения смертности населения. И было принято решение, необходимо в авральном режиме переломить негативную тенденцию. Минздрав России активно подключился к ее реализации, используя режим ручного управления, еженедельно мониторируя количество смертей и вызовы скорой помощи на каждом участке, оказывающем первичную медицинскую помощь. И чудо от мониторинга свершилось. По сообщениям Минздрава России, по итогам мая 2015 года зафиксировано снижение числа умерших по отношению к маю 2014 года примерно на 10 тысяч человек. Замечательны ли эти данные? Конечно. Представьте, в 10 тысячах семьях не произошла трагедия из-за смерти близкого человека. Что меня откровенно тревожит? Где федеральный Минздрав был раньше? Что мешало ему ранее мониторировать ситуацию в регионах? Почему подобного не делалось на региональном уровне? Ведь везде есть органы управления здравоохранения регионов. Разве кем было запрещено предпринимать оперативные региональные меры по снижению смертности, или все было пущено в самотек? Для снижения смертности Минздрав России использовал политику кнута, осуществление властных полномочий федерального уровня власти, и результат по снижению смертности появился, причем значимый. Но из этой информации следует и серьезнейший дефект в системе государственного здравоохранения. Самонастройки системы здравоохранения по снижению смертности нет. Трудовые, экономические, социальные, административные отношения, регулирующие систему охраны здоровья, не направлены на достижение результата по снижению смертности населения. Нужен пинок извне, что и продемонстрировал федеральный Минздрав. Вероника Игоревна, есть над чем работать. Ненадлежащее состояние системы здравоохранения очевидно.